От Венера. Ну, где-то после 6 вечера, где-нибудь в 6:30, ближе к западу, на линии между Венерой и Арктуром, практически посередине. Это будет достаточно просто вам найти. Вот, вот Венера, вот Арктур, и то, и другое яркие звезды. Вот ровно посередине на этой самой линии будет находиться комета Цзицин-Шань-Атлас. Это конкретно 14 числа. Должна она быть видна невооруженным глазом. Высота над горизонтом будет примерно вот что-то между Венерой и Арктуром, опять-таки. В два раза ниже, чем Арктур, но в два раза выше, чем Венера. Проще померить угломером. Сколько? Ну, примерно 12 градусов. Невысоко, но уже на довольно темном небе.